В ефірі студія «Репортер». Я Тетяна Блайда. Вітаю вас. На телеканалі «Репортер» стартує новий проект під назвою «Алібі». Проект створений для тих, хто зіткнувся з правовим свавіллям, для тих, хто не може подолати бюрократичну машину, а також шокований корупцією та кумовством у судовій системі. Автор проекту Володимир Долгов, адвокат, кандидат політичних наук, людина з 26-річним стажем у юридичній сфері. Володимир, я вітаю вас і вітаю вас з запуском нового проекту. Що ж, проект «Алібі» буде викривати свавілля у судовій системі, як я вже сказала. Скажіть чесно, накипіло? Я вас теж вітаю і теж радий вас бачити на цій новій програмі. Я буду говорити російським язиком, це для більшості. Так, це абсолютно ваше право, і я думаю, що всі нас будуть розуміти, і мене, і вас. Так. А що насчет накипіло? Да, не тільки накипіло, але, мабуть, вже це міра необхідна. Так. Це міра така, яка сьогодні порождена часом, порождена тем, ну, не всегда правильным ведением дел и принятием тех решений, на которые иногда ни адвокаты, ни прокуроры, никто иные не могут влиять. Хотя, да, действительно, статья 6 Конституции Украины, она четко устанавливает три ветви власти в Украине. Это отдельная соответствующая ветвь власти, судебная власть, и она вправе принимать те решения, которые, конечно, более высшей инстанции вправе обжаловать, но и эти решения не всегда не только не удовлетворяют, но иногда возмущают своей беспринципностью, своей, да, я бы сказал, незаконностью и своей непоследовательностью. А насколько часто вы встречаете такую незаконность, коррупцию, кумовство? Вот насколько это часто, насколько это турбует вас часто? Турбует меня как адвоката, как гражданина, как человека, который очень много времени в жизни посвятил политической деятельности. Я достаточно большое количество времени был помощником депутата Верховной Рады. Все как-то так не получилось получить статус самого депутата. Не прошел я по спискам. Ну, не в этом сейчас дело. А дело в том, что у нас все-таки сегодня главная тема, главная задача – это сегодня попробовать обеспечить ту защиту, которая сегодня, вот тот проект, который мы хотим сегодня внедрить на этом очень мною уважаемом, уважаемой телекомпании «Репортер». Ну, за такую оценку нашей работы. Она действительно вполне заслуженная, объективная, она не без преувеличений, без подхалимства. Это прямо говорю, что так, это для меня это самый любимый канал здесь, и я считаю, что он ведущий, вполне заслуживает таких слов. Поэтому мое предпочтение о выборе канала, на котором внедрить свой проект, он, конечно, был не случайен. И поэтому надежда на то, что вот этот симбиоз между каналом «Репортер» и адвокатским сообществом, он вполне объективно может дать тот результат, который повлияет и на мнение судей, и на мнение прокуроров, и создаст определенную атмосферу уверенности в деятельности адвокатской спильноты. Так. Поэтому я полагаю, что сегодня, внедряя этот проект, в чем суть, мы чуть-чуть позже разберемся с вами. Так. Он сегодня новый. Вы знаете, много, очень много мы сегодня видим передач, эпизоды которых транслируются на телепередачах в виде роликов, в виде отдельных съемок. А давайте спершу обговоримо його назву, а потім перейдемо вже до суті, ми розберемося обов'язково. Назва «Алібі», вона така стрімка, знаєте, така б'є в лоб, я би сказала. Чому «Алібі», чому така назва, хто її взагалі придумав? Так ви вже метко і відмітили. Б'є в лоб, от, розумієте? У меня мои коллеги, когда я им дал поручение придумать название передачи, которую мы хотим назвать также и свою юридическую компанию, адвокатскую компанию, мы хотим назвать именем этим. Много было предложений, много было выборов. Ну вот однажды утром проснулся и решил, что она будет «Алиби». «Алиби» — это, знаете, вот такое, во-первых, для всех понятное слово. Что оно означает, это знают все. Это иногда путь к спасению, это иногда путь к оправданию, это иногда единственная ниточка, за которую цепляется адвокат, чтобы своего защитить клиента. Так, это надежно. Зрозуміло. Это лаконично. Это на всех языках. На украинском, на английском, на латинском, на русском, на всех языках он произносится одинаково. «Алиби»
Выстрел, алиби. Все слышат, все видят, все понимают. Отже, проект алиби для тих, хто зіткнувся зі свавіллям у судовій системі. Чому ви свої спостереження, скажімо так, за ваш великий досвід у роботі в юридичній сфері, вирішили втілити в телеформаті? Ви думаєте, це буде мати якийсь відгук, якийсь результат дасть це? Вот это, наверное, единственная была цель. Я очень много думал и очень много анализировал всех, не только телевизионных передач, но и всех участий в судебных разбирательствах и понимал, что иногда оказать влияние на мнение судьи, я не говорю сегодня об объективном принятии решений, так. Я хочу подчеркнуть именно то, когда судья принимает совершенно по непонятным причинам, не ссылаясь объективно на законодательные акты или там нормативно-правовые какие-то документы, принимает решение. Они, конечно, служат, понятное дело, обжалованием в высших судебных инстанциях. Приводит ли это к должному результату? Не всегда. Поэтому мнение, в котором будет по моему, тому замыслу, который хотим вынести на телепроект, участие масс, прежде всего людей, которые не будут безразличны к любой теме. То ли это будет разбираться гражданское дело в гражданском процессе, суде общей юрисдикции, то ли это административное дело, то ли это дело о привлечении к административной ответственности в порядке Кодекса Украины об административных правонарушениях, то ли это уголовное дело, то ли это хозяйственные споры. По любым спорам мы готовы прийти на помощь. Так, Володимир, я правильно зрозуміла, що програма повинна стати такою грозою суддів і таким інструментом впливу на тих, хто хоче несправедливо прийняти рішення або хто взяв за своє рішення гроші. Це інструмент впливу, так? Це не тільки що. Я думаю, що ви як-то так проникли глибоко в мою мисль, хоча я не ставив задачу зробити грозою суддів, але хоча б мати можливість предупредити о том, что, появляясь в любом судебном процессе, репортер с адвокатом, который потом впоследствии будет в передачах сопровождать этот процесс судебный и давать возможность не принимать решение и не обсуждать правильность его принятия, а давать возможность высказывать всем, кто не безразличен к этой теме, высказывать свое мнение. Соответственно, при этом иметь возможность привлекать в передачи и преподавателей, ведущих, адвокатов, тех же прокуроров и тех же судей, которые будут давать разъяснения. То есть, если гражданин в проекте, то это значит, что за его справою у суді следуют журналисты, следуют фахівці, следуют юристы, следуете вы, загалом, от все те, кого я перерахувала. С каким списком вопросов гражданин может звертатися до проекту «Алібі»? Какая это должна быть проблема, какая справа? Я повторюсь, наверное, любая отрасль права, любая тема, во-первых, тот круг всех профессионалов, адвокатов, которые меня окружают, чем отличается юрист от адвоката? Адвокат – это юрист высшей квалификации, который обязан. У нас сейчас пошла такая тенденция, знаете, к разделению ведения дел по определенным отраслям права. Я считаю, что это неправильно. Почему? Потому что в законе об адвокатуре, адвокатской деятельности четко предписано, адвокат обязан. То есть адвокат в силу своей, может быть, низкой квалификации, низкого уровня профессионализма или недостаточности опыта, он не всегда принимает поручение клиента на выполнение той или иной юридической помощи. Ну, я считаю, для меня это, я очень стесняюсь, когда приходится отказываться. Но не потому, что профессионально не подготовлен, а только потому, что иногда степень занятости не позволяет мне принять дело. Я обязательно передам своему коллеге, обязательно не оставлю без внимания любой вопрос. І ми обов'язково його завжди доведемо до кінця. Який механізм звернення до вас, скажімо так, до програми «Алібі»? Куди треба? Ну, я нагадаю, у мене є телефон, номер телефону, я зараз його назову, 067-485-0510. За цим номером телефону можна набрати і розповісти про свою історію, про судовий спір чи якусь проблему, пов'язану з юридичною сферою. Так, це перший крок, я так розумію? Так, перший питання – це, прежде всего, собеседування, в якому ми определимося степінь необхідності участі
адвоката в этом деле, и тем более привлечение телекомпании для освещения его в средствах массовой информации. То вы запросите на співбесіду, на такий... По мере необходимости заключаем договор и начинаем сопровождать этот проблемный вопрос в суде и, соответственно, по мере необходимости участвовать в телепередачах, где освещаем все сложности вопроса и обсуждаем. Так, людині, так розумію, треба бути готовою до того, що її будуть супроводжувати камери. Тобто цього не, безусловно, цього, конечно, не треба боятися, так? Я думаю, не стільки боятися, скільки бути готовими. Бути готовими до цього. Так, як ви будете вирішувати проблему, з якими до вас будуть звертатися? Які у вас механізми, можливо, вони секретні, можливо, не дуже, але от який список механізмів, засобів, яким ви знаєте, що ви допоможете тій чи іншій людині, от, як ви сказали, в будь-якій проблемі? Адвокатська діяльність, ви знаєте, вона предусматривает определенные, если не тайны, то по определенные профессиональные секреты. В каждом нет дел, похожих друг на друга. Все дела разные. И в каждом деле есть определенная тонкость, которую надо учитывать в процессе не только судебного разбирательства, прежде всего в подготовке к тому, чтобы дело пришло в суд уже подготовленным в такой мере, в которой клиент и адвокат должны быть уверены в успехе этого дела. Это любое дело в уголовном процессе, в гражданском процессе, в хозяйственном процессе, в любых отраслях права прежде всего важна подготовка. Так. И в процессе этой подготовки обязательно уже при рассмотрении дела в суде обязательно возникают те коллизии, которые требуют участия телепрограммы, снимальной команды, да, так, которая, освещая все в своих передачах, дает возможность вносить те коррективы, которые впоследствии могут быть использованы при обжаловании решений суда апелляционных, кассационных инстанциях. Это очень важно. Почему? Потому что если в конечном итоге мы приходим к мнению, что решение всех инстанций было, неправомерно, у нас остается тот запас прочности, который нам придает телевизионные передачи. Потому что они в сопровождении с жалобой в Высшую Раду Правосудия, они могут играть самую главную и важную роль, подтверждая правоту нашу, так, которую иногда в обыкновенных прописанных, жалобах апелляционных, кассационных, они не всегда имеют место как доказательственная база. А здесь подтверждение. Подтверждение тем субъектам, который принимал, если не активное, то пассивное участие, но самое важное, которое впоследствии ляжет как доказательство неправомерных принятий решений. Так, Володимир, как вы думаете, насколько нашу справу, это наша с вами уже справа, телевизионщиков, телевизийников и юристов, может зіпсувати лазейки в законе, те, которыми могут користуватися судьи, прокуроры? Насколько эта тема такая болюча? Вы обратите внимание, сколько дополнений и изменений, особенно Кодекс Украины об административных правонарушениях. Так. Какое количество изменений с 1963 года претерпел этот кодекс по сегодняшний день? Так. Это что говорит? Это говорит о его несовершенстве. Это говорит о том, что необходимо вносить те изменения, которые сегодня актуальны и которые требуют время. Так. Естественно, законодатель, внося эти изменения, учитывает прежде всего наше с вами мнение. И мы вправе будем в процессе передачи выяснять те недостатки, которые в конечном итоге будем не только обсуждать, а рекомендовать для внесения изменений. Виправити. Тобто така ще просвітницька комісія буде цього проєкту. Конечно. Я вам дуже дякую за те, що розповіли про новий проєкт. Я нагадаю глядачам на телеканалі «Репортер». Стартує програма «Алібі». Програма для тих, хто зіткнувся з правовим свавіллям. Мене звуть Тетяна Блайда і побачимося з вами на «Репортері». Щасти вам. До свидання.